Всем привет! Новое событие у нас сегодня. Это я вчера сказал на стриме, что будет, возможно, горячая удочка. Ну так оно и есть, в принципе. Также приглашаются активные игроки в клан Нави, поиск страна, весь мир. Есть у нас 6 свободных мест, так что кто играет более-менее активно, может заходить, будем играть вместе. Ну и заходим в само событие, сейчас будем пробовать что-то начинать делать. Так, у нас по раундах, и чтобы другий открыть, надо два раза выиграть у поединку. Печальная картина, ну, будем сейчас пробовать. Так, что тут мне? Ну, в принципе, не знаю. Удочка слабенькая есть. Так, 9, 8. Показатели, конечно... плачевнее, если честно. Так, 10-й аж уровень прокачки редкой рыбы. 9600. Так, как всегда, подглючая игра. Ну, это норма. 13800 показывает. Ця локация у меня прокачана погано, так что... не можу і проіграти, із-за того, що багато приманок у мене першого уровня. І смотря, хто яку рибу буде брати. Якщо візьмуть перший уровень, то серії я не зроблю. Аж ніяк. Так, одна є. Пробуємо далі. Цікаво, що там у нас у другому раунде происходит. Давайте, наверное, легендарочку подергаем. Так, 13000, 13900. Ну, я думаю, это хотя бы уже более-менее. Погано, что они сделали такого по раундах. Пока откроешь, дуже-дуже долго будет. Соперник попался дуже-дуже сильный. Сразу поймав на 13900. Це даже свыше 12 получилось у нього. Опа, даже 12, конечно. Ну, це, конечно, дуже все хорошо, но жалко, що позакривати. Дуже жалко. І за того тепер хто знає. Як там і що там сейчас буде. Соперник пытается поймать. Ну, важно, чтобы у него это не получилось. И чтобы я сейчас открыл уже другой этап. Ну, ну, давай, 20 секунд еще осталось. Пытается поймать. Пока что у него не получается. Легендарочка, это такая рыба, что она подступна. Хочу беру, хочу не беру. Есть. Отличненько. Дивимся дальше. Раунд один. Да, куча просто поединков. Ужас. И у нас тут цель есть. Два задания треба сделать. Панцерник. 9700 редкая. 6800 обычка. И 13500, понятно. Ну, давайте начнем. А, добавили нам даже рыбацкую битву. Ну, давайте попробуем в рыбацкой битве сыграть. Интересно, что у нас за рыбка тут сейчас будет. И по раундах тоже. Блин, первый уровень. Не. Тут я уже все проиграл. И по-любому, наверное, будет 4 аж. 4 раунда. Ну, что-то мне так кажется, что
По-любому не сделаю 4 раунда аж. Так сказать, чтобы помучився прилично. Да, 100%. Це вже понятно. Так, 8500. Ну, повністю удочка, бонус. То понятно, що буде крупно. Єсть, хороша там. Та ні. Це ще й маленька. О. 10 тисяч. Іди сюди. Оце вже хороша. Уже хотя бы щось. Тарпон. Третій раунд. Не помню, крупна яка це, так що просто поймаю зараз отаку. І на цьому, мабуть, остановлюся. Ну, а той раунд, походу, у нас легендарочка буде. Да, маленька попалася, жалко. Ух ты, ничего себе, пройшов, офигеть. Повезло, если честно. Да, як бачим, печальна картина. Ладно, в нього там 21 тисяча, я таку не перекидаю, навірно. Ні, я б перекидав би, ну, время дають дуже мало, як бачимо. Так, все, поймав. Забираємо. Награда, як бачимо, взагалі ніяких поки що немає. Тобто ти ловиш, ловиш, а толку, то, як подумати, взагалі ніякого немає. Ну, хоча б рідкою вже закрив. Ладно, давайте ще раз зіграємо. Може ще поймаю там зараз якусь. І то, якщо мені попадеться звична риба, яку я зможу поймати. У мене тільки одна прокачана, все, більше ніяких немає. Ух ти, вона і попалася, отлично. Так, 7500. А там, по-моєму, у нас особиті 6800. Прокачка максимальна. Отлично, прокачка. 7100 залітає. Ну і в нас уже там раунд 2 відкривається, так що. Я думаю, хорошо. Ну, зараз може мені риба попастись не прокачена. Так, у мене дві тільки прокачених. А ні, отлічненько, попадається прокачена риба. 10-й уровень. Так, 8, 9900 показує. А ну яка це? 12-ка чи ні? Та 12-ка. А вроді би 12-ка. 9800, ого, десятку забагрив хтось. Так, це 13 тисяч, да? 13500, по-моєму. Поєдинки грати я буду позже, тому що кубки в мене високі дуже, усилення немає, так що в поєдинках мені смисла якогось старатися там немає. Повезло обратно, пройшов я у четвертий аж раунд. Сімнадцять тисяч. Ну, самі бачите, які показателі. Жесть. Хоча, зачем я витягую, не знаю. Ого, 21400. А нормально вони грають. Так, забираємо бронзову награду. Ну і дивимося. Раунд 2. Офігеть. Тут у нас
Рыбацкая битва, жесть. Процветает просто. Так, миф 20 тысяч, 20 на 1000 лига тут у нас есть. Бычка 7 тысяч, 9900 редкая, эпическая 13700. Ну да, як бачимо, усе работає через рибацьку битву, на жаль. Так що прийдеться, навірно, там і таскати ті риби. Болотний угорь попався, який в мене взагалі не прокачаний. Ну, целі, звісно, ужас стоять. Пожалуйста, ну давайте, не играйте двоє, блін. Ну, смисла мені немає шукати, я таку не впіймаю. Перший уровень приманки це з перебором. І загвоздка в тому, що хто знає, яка ж попадеться в другому раунді. Блін, ну тепер прийдеться мені шукати. Я так поняв, рибу дуже довго, щоб пройти далі по раундах. Печальна картина. Навірно, прийдеться шукати поки що через поєдинок. Ну, а тут, звісно, без шансів. Просто без шансів. Да, нульові шанси в мене виграти. Наверное, сейчас давайте, чтобы открыть следующий раунд, наверное, просто піду десь в поединку поймаю, то что... Ну все. Тут, конечно, да. Либо прокачивать усі обычки на 6-й уровень, хотя бы, чтобы так. Либо тут... Дуже довго шукати рибу. А прокачувати, якщо чесно, я не хочу. Це все. Не хочу 205-й відкривати уровень. Блін, ну обратно. В жопу туди мене скидують. Ладно, не хочу я зараз тратити время. Це просто кучу-кучу времени. Давайте просто зараз впіймаю. Та любу рибу. Либо редкую, либо эпическую. Где у нас тут поединка? Редкая. Да, придется, конечно, дуже-дуже долго поиграть. Просто из-за того, что у меня рыбы не прокачаны. Придется долго шукать их. Довго вижидати, поки попадеться оця риба, яка дасть мені можливість перейти в следующий раунд і так далі. Саме більша печалька, як бачимо, це в мене з легендаркою. Ну, туго. Туго-туго. Вообще туго. Вроде бы и прокачано, вроде бы все, да, и удочка есть, и прокачка хорошая. А дивіться. Ну, нияка ж. Так, ну, это уже что-то интересное. Показывает 22 тысячи. 22 300. Еле-еле. Не рекорд, ну... Ну, двенадцатка. Хорошо. Уже хотя бы шось. Радує. А то шукаешь, шукаешь, и так немає усилений. Ты тратишь, тратишь. Хотя бы один плюс. Соперник не хочет сдаваться. Хотя играю без усилений. Дивимося. Раунд закритий.
А чё он закрытый? Забираем серебряную награду. Обычная приманка. Кстати, везу второе место. Ну, никак не поддается мне, чтобы первое взять. Дуже-дуже погано. Цей раунд еще пока что закрытый. Так. Блин, баран, ужас. Ужас просто. Все через битву, все просто через битву. Понял, ладно, попробуем еще раз пошукать. Не дочитався я, что там в битве надо. В битве. Ой, ладненько, ребят, попробую сейчас. Блин, и не хочу прокачать. Ну давайте хотя бы на четвертый уровень попробую прокачать. Особо ничего воно-то не меняет, но... А вдруг? Так, хорошая штука. Не, ни в какую. С таким показателем мне не пройти в следующий раунд, даже нияк. Постоянно просто туда. Тем более, еще ж... Кто знает, как другая рыба мне попадет. Четвертый. 4200. Та ну ёлки ж палки, ну що ти їм зробиш? Фух. Якось сразу мені більш-менш везло, тепер взагалі жопа. Ладно, понял. И прокачивать не хочу, у меня уже осталось там чепуха просто. По опыту. Давайте за утренеру поймаю на 20 тысяч легендарку. Потом уже буду и пробовать. Потому что это дуже, я же скажу, долгое дело. Одна рыба только прокачана, одна. Все, больше нияка. Из обычных. Так, 12. Надо 21 тысяча. 15. Так, 21 200. Цена 75%. Ну, 2700. Ну давай, блин, ну ё-моё, это ж... Мелочь, ну 21 тысяча, это позор просто. Дивіться, что творить? Что вона творить? Это легендарка, блин. Тварюка, даюся, слів немає. Финал. Задание одно только сделать и уже все. Нет, и цього ніяк сделать. Еще раз попробую. Рекорд 23 тысячи аж. В принципе, рекордик приличный. Ну давай. 21? Не, не 21, не. Нетушки.
Пипец. Сонара осталось 100 штук там уже. И ни в какую. Вот бред, я ё-моё. Вы мне скажите, пожалуйста, як у це дерьмо играть? Если, блин, удочка семерка, четвертая прокачка легендарки, ё-моё. Ты включаешь уси усиления и нифига не мая. Что за бред вонючий? Уроды, блин. Слим немає просто. Та ну куди мені пройти з першої приманки? Це бред. Це треба, щоб два суперника, щоб пропускали рибацьку битву. По-другому ніяк я туди не можу пройти. Ну давайте мені оту рибу. Ні, ні в какую. Ни в какую не дают. Так и поймал один. Если бы я пропускал два, то было бы шикарно. Саме обідно, що друга риба дуже часто попадається мені та, що мені треба. Хоча в мене немає вже просто усилень, щоб шукати слідуючі риби. Через ту легендарку все, спустив. Ну, блин. Бред вонючий. Ну хрена я буду им куплять усиление. Хрена, блин. С два вам. Фух. Так, что можно сделать? Да ничего не можно сделать. В битве поймать. Поймать рыбу эпическая 13500. Блин, давайте попробуем. 13500. Якийсь дурачок узяв легендарку.
закатом. Вот 12400. Ой, это молодец, молодец. 22500 поймал, конечно. Тринадцать пятьсот. Може, оця буде. Просто интересно подивитися, що там уже ну, у фіналі. Цілі, які стоять. Так, дивимося. Короче, понятно, обратно ця вонюча рибацька битва. Ну і цілі. Цілі стоять. Легендарка 22000. Ще якісь там показателі. Тарпун. Ніфіга себе показателі, які вони 23900. Короче, бредят. А не события. Вообще бред. Бред повний, короче. Так само, як і вони зробили це событие, любитель молюсков. Тоже бред самий-самий натуральний, який тільки є вообще. Оці куча перков оцих, куча оце, іменно, тоже, то серії, то ще якась фігня, блін. О, заробіва. Короче, нехуя играть, ребятки. Ну и он нафиг. Все, вам удачи, конечно. Всем спасибо за просмотр. Ну, если честно, ну... Не мое. Не хочу. Ох.